Узнай, как он управляется. Не понял, не понял, повторите. Узнай, где у него кнопка! Я рассматриваю свой организм с точки зрения биомеханического робота. В тот момент, когда ты уходишь с работы, ты голову не выключаешь? Вот раньше я не выключал. Мое хобби как раз поиск простых, понятных правил, как сделать так, чтобы вот это вот тело, оно работало максимально эффективно. Стресс накапливается, превращается в депрессию и понеслось. Выращиваю петунии. Ну, такое хобби у меня странное. А петунии как выглядит вообще? Ты что, ну, это такая похоже, ну... зеленая вот, значит, штука, а потом такие цветы. Я не знаю, как точнее описать. Сергей, ты пьешь? Что именно? Давай уточним сразу. Алкоголь. У меня сегодня ко всем спикерам вопрос очень простой. Я употребляю алкоголь в очень умеренных количествах.